Привет, друзья, с вами Оксана. Давно с вами не виделись, не слышались, не беседовали. Просто потому что, ну, как говорится, учебный год доканывает не только школьников, но и их родителей. У нас именно так. В общем, я решила, думаю, не буду загонять себя в какие-то вообще нереальные строки и так далее. Дел на последние дни учебного года и первые дни каникул оказалось очень много. И, в общем, я решила, думаю, ладно, пусть будет так, как оно есть. Потом, попозже, все сниму, все расскажу, покажу. И сегодня у нас, как обычно, болталка. Новинки сегодня немножечко необычные. Я вам обещала, что будут новинки наклеек. К сожалению, сегодня всего лишь одна новинка наклеек. И это вот такие вот бантики. Мне чего-то как-то показалось, что очень много... Вернее, не хватает мне каких-то именно декоративных, декоративных наклеек. Что-то как-то куда-то, как говорится, украсить. И поэтому я решила немножечко добавить чего-то такого декоративного. В частности, вот такие вот бантики у меня здесь готовы для вас. Я, естественно, буду продолжать делать другие наклейки. На самом деле, хотела к этому понедельнику успеть сделать наборы для оформления недели. Но не получилось. Ну, в общем, не получилось, так не получилось, как оно есть. Обязательно сделаю к следующему понедельнику. Будет набор большой и будет набор компактный, как обычно. Ну, а пока что сегодня только вот такие бантики. Как видите, они довольно-таки, ну, не особо маленькие. То есть, как говорится, чтобы можно было на самом деле что-то классно украсить. Это только из наклеек вот такой вариант. Но есть еще кое-что другое. Это вот такая... красотища. На самом деле, ну, можно сказать, захватило меня все это дело. В последние буквально дня два или три я вот сидела и делала такие штучки. А что же это за штучки? Это такие украшалочки. Вот давайте так покажу. Украшалочки для ваших ежедневников. Можно просто на... Вот здесь вот на... Как это... на пружинку прицепить. И очень классный такой элемент, украшательный получается. Мне очень нравится. Я, как всегда, я сначала делаю что-то, что хочется мне самой, потом я предлагаю вам. И вот до чего, как говорится, докатилась. Вот получилось, сколько штук я сделала. Какую из них я выберу себе сама, еще не решила, потому что они мне все нравятся. И буду смотреть, в общем, как и что. То есть вот как вариант можно вот так вот на пружинку повесить. Если у вас, например, вот такой вот вариант ежедневника, ну или, как говорится, что там вы еще, можно просто за резиночку зацепить, или вот здесь у меня тоже еще колечко, или даже вот сюда. Ну, в общем, мне кажется, сюда самый такой оптимальный вариант. Ну, давайте я покажу, раз уж оно на то пошло. Просто здесь карабинчик очень легко отцепляется, он как бы, соответственно, легко зацепить. И тоже, мне кажется, очень классный такой украшательный элемент. Ну, мне очень нравится, как это смотрится. И я решила, что, ну, наверняка будет среди вас кто-то, кто также захотел бы такую штучку себе на ежедневник. Поэтому я решила сделать их немножечко с запасом и предложить их вам. Очень разные здесь варианты, то есть вот, например, здесь вот у меня в основном здесь из трех таких вот линий состоят, на одной такая вот кисточка, и две из них, одна цепочка, другая вот просто такая, ну как он, шнур, вощеный, наверное, шнур он правильно называется, здесь тоже и вот эти бусинки, и... подвесочки, и, в общем, здесь разные-разные цвета, и подвесочки разные, в общем, вот такие штучки. И есть еще второй вариант, я их только начала делать, у меня буквально вот две штуки из них сделано. Здесь такая вот плетеная при помощи, скажем так, техники макраме, и три именно, ну, как бы, варианты с цепочками, одна с этим, с метелочкой, как она называется, вот штучкой, да, такая с бусинками и с подвесочкой. И, соответственно, вот тут еще такая же, только здесь вот Эйфелева башня, немножечко другие бусинки. В общем, вот такие всякие штучки. Я постараюсь их сфотографировать как можно показательнее, скажем так, и обязательно выставлю в группу. Ну, в общем, вот сейчас смотрю и не могу нарадоваться, как оно классно выглядит. Мне очень-очень нравится. Я с удовольствием буду пользоваться. И вот
Просто вот само удовольствие вот это просто так вот в руках поперебирать, это просто. Когда у меня вот они все были так вот на как это, на цепочке, на шнурочке, вот так вот все сцеплены, периодически возьму в руку, поперебираю, просто такое удовольствие, знаете, какой, как это, как сродни какой-то медитации или что-то, знаете, когда люди в руках перебирают какие-то там бусинки, четки, вот. Тут что-то в этом роде, наверное, да, это какой-то, в общем, такой элемент расслабления в этом присутствует. Ну, в общем, и смотрится при этом очень классно. В общем, вот такие на этой неделе у меня новиночки. Мне очень-очень нравится. Это вот как бы основной, так скажем, элемент, который я сегодня вам приготовила. Ну и, конечно же, бантички. К следующей неделе обязательно подготовлю новые наклейки, набор для оформления недели для большого и для компактного. Уже сразу могу сказать, что это будет набор с лимончиками. В общем, уже, потому что начала немножечко, уже начала, только, в общем, не доделала, поэтому так. Вот, надеюсь, что вам сегодняшние новиночки понравились. Все постараюсь сфотографировать в лучшем виде и выставить в группу. Поэтому заходите, выбирайте то, что вам нравится. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс. Там ссылочка на группу ВКонтакте, где это все можно заказать для себя. Пишите свои комментарии. Мы увидимся совсем скоро. Пока-пока!